Последняя часть небольшая. Для тех, кто хочет попробовать, значит, попрактиковать сахаджи-йогу, у нас будет сейчас мастер-класс, минут 20. Мы расскажем и покажем, каким образом можно помедитировать. Вот, так что, кому интересно, вы можете остаться, пододвинуться поближе. Кто не хочет ничего практиковать, то, собственно говоря, ничего нового больше здесь вы не получите. Никто не уходит. Все хотят сахаджи-йогу попробовать, попрактиковать. Ну, давайте попробуем. Для медитации в сахаджи-йоге нужен паатрая шриматаджи. Все вот эти прохладные вибрации, все, что вы почувствовали, это благодаря вот этому портрету. Это как бы такой портал, куда мы с вами... Да. Потом. Значит, первая ступенька медитации в сахаджи-йоге, первый шаг – это состояние осознания без мыслей. Что это такое? Я сначала объясню вам, значит, теоретически, что это такое, потом мы все вместе попробуем. Значит, наш процесс мышления, когда мы думаем, мы своим вниманием находимся или в прошлом, или в будущем. То есть любая мысль, на которой находится наше внимание, как инструмент нашего ума, это либо воспоминания, окрашенные в какие-то эмоциональные тона, либо это какой-то план, какое-то планирование. Значит, все мысли из прошлого являются эмоциями, потому что обстоятельства, которые не затрагивают нас эмоционально, мы не запоминаем. Мы запоминаем либо что-то хорошее, либо что-то плохое, то есть то, что эмоционально каким-то образом окрашено. И поэтому любое воспоминание, которое к нам приходит, оно является эмоцией. Вот. А когда наше внимание устремлено в будущее, мы планируем. И, то есть постоянно вот это наше внимание, оно то в прошлом, то в будущем, то в прошлом, то в будущем, то в прошлом, то в будущем. А вот эта вот пена из этих пузырьков, из этих мыслей, воспоминаний, образов, она от нас закрывает реальность, она закрывает от нас настоящее. То есть если мы поместим наше внимание в настоящее, то фактически мы попадаем в состояние осознания без мыслей. То есть мы полностью в сознании, мы никуда не улетаем. Но мы остаемся в покое, то есть мы приобретаем какое-то новое качество, значит, мы приобретаем какое-то новое измерение. В сахаджи-йоге, в состоянии осознания без мыслей, мы попадаем с помощью портрета Шриматаджи. У нас дома у сахаджи-йоги стоит портрет Шриматаджи в красивой рамочке, перед ним горит там свечка, как элемент огня, и мы направляем руки. А значит, к портрету Шриматаджи ладонями вверх. Сейчас вы можете все это сделать вместе со мной. Значит, ваши руки будут лежать на коленях, ладонями вверх. Вы все смотрите на портрет Шриматаджи. Значит, внимание, одновременно у вас должно быть как бы два конца внимания. Один конец вашего внимания на портрете, а второй конец вашего внимания на вашем темени. Если вам сложно держать на темени, я уже говорил, сейчас повторюсь, попробуйте помассировать вот это темечко. Руку уберите, а внимание оставьте там, где вы массировали. То есть, получается, вы смотрите на портрет, ваше внимание посредством вашего зрения на портрете, и еще тактильно, вы как бы на темени это внимание чувствуете. Посмотрите вот на это пятнышко на лбу, Шриматаджи красное, бинди оно называется, и попросите, обращаясь к ней: Шриматаджи, пожалуйста, дайте мне состояние осознания без мыслей. Смотрите на это пятнышко, внимание держите над теменем и понаблюдайте, что происходит. Это первый прием, самый простой. Вот. Он получается у многих людей, но у кого-то с открытыми глазами это не получается. Сейчас я еще вам скажу два очень простых приема, как можно входить в состояние осознания без мысли.
Мы будем делать все точно так же, но только с закрытыми глазами. И внимание будем оставлять только на темени. Значит, сейчас опять, значит, ваши руки направлены к портрету Шриматаджи, ладонями вверх. Мы закрыли глаза, внимание оставляем на темени. Очень бережно стараемся поддерживать его на темени. И если какая-то мысль приходит со стороны и хочет завладеть нашим вниманием, мы как бы отстранившись на нее смотрим со стороны на эту мысль и говорим про себя: «Я не это». И на несколько мгновений вы попадаете в безмысленное состояние. Опять какой-то образ, воспоминание или план пытается овладеть вашим вниманием, опять надвигается. Вы даже не пытаетесь разобраться, что это такое, отстраненно на это как бы смотрите со стороны и опять говорите «Я не это». И в то мгновение, когда вы про себя говорите «я не это», вы попадаете в состояние осознания безмысли. Попробуйте. Очень расслабленно, без напряжения. Получилось, у кого-то нет. И третий прием тоже простой, несложный, он абсолютно точно такой же, как и второй, только вместо того, чтобы говорить про себя «я не это», вы про себя повторяете «я прощаю». И вам нужно просто попробовать вот это состояние попасть на несколько мгновений, этого будет достаточно. Вы поймете, оно очень привычное для людей, это состояние. Просто когда мы рождаемся, мы его забываем. Значит, вот это вот первый шаг, первая ступенечка медитации в сахаджи-йоге. Для него нужен портрет Шриматаджи, для него нужен принцип огня, какую-то свечечку зажигаете. Садитесь перед этим портретом, направляете ладошки, обращаясь к Шриматаджи, к тем вибрациям, которые идут из этого портрета, просите вот этого состояния осознания безмысли. Хорошо это сделать рано утром, очень рано хорошо это сделать, если кто как бы сможет найти в себе силы встать рано. Часа в 4, в 5, 6 медитация очень качественная получается. Значит, теперь мы можем вам еще предложить попробовать продиагностировать вот эти центры, о которых мы вам говорили. Значит, это будет таким образом выглядеть. Тоже нужен портрет Шриматаджи, вы направляете к нему руки, теперь уже они у вас не на коленях, а на уровне груди, вот так поднимите, ладонями вверх, направив к портрету. Потрите ладошки друг об друга. Значит, направьте к портрету, внимание на темени. Попросите, обращаясь к Шриматаджи: «Шриматаджи, пожалуйста, дайте мне состояние осознания без мыслей». Держите на темени внимание, смотрите на портрет. И теперь задайте такой вопрос: «Шриматаджи, пожалуйста, покажите мне, что препятствует подъему моей энергии кундалини». Энергия кундалини, она как вода, которая течет вверх. И когда она, значит, натыкается на какие-то препятствия на ваших чакрах, на какие-то блокировки, то она сигнализирует это, вы можете это почувствовать на нервных окончаниях на ваших пальцах. Вы можете это почувствовать на пальцах и ладонях, как жар, как покалывание, как тяжесть. Внимание держите на темени и задайте вопрос Шриматаджи: «Пожалуйста, Шриматаджи, покажите мне, где препятствие моей энергии кундалини, что мешает моей энергии кундалини подняться». Это все должно происходить в безмысленном состоянии. Пожалуйста, из тех людей, кто получил реализацию, кто-то что-то внятно почувствовал на пальце, на ладони, жар, прохладу, покалывание. Поднимите руку, если кто-то что-то почувствовал. И вы почувствовали. Что почувствовали? Мизинцах покалывание. В обоих, да? В обоих мизинцах. Отлично. Сейчас мы все вместе ему поможем. Значит, мизинцы – это центральный аспект сердечной чакры. Он блокируется страхом. Значит, если правый мизинец – это правый аспект сердечной чакры, левый мизинец – это левый аспект сердечной чакры. Это также может означать, если у вас жар или покалывание на левом мизинце, левое сердце – это ваша связь с вашей родной мамой. Что-то с ней, если происходит, вы можете это чувствовать на левом мизинчике. Если с отцом что-то происходит, вы можете чувствовать на правом мизинчике. Если на обоих мизинчиках покалывание или жар, или онемение, то это значит заблокирован центральный аспект вот этой чакры. Как вас зовут, скажите? Сергей. Сергей. Сейчас я вам покажу такое волшебное действие. Вы сейчас все вместе примите в этом участие.
Значит, вы указательным пальцем правой руки на ладошке левой руки напишите «проблема центрального сердца Сергея». И, обращаясь к Шриматаджи, держа внимание на темени, глядя на портрет Шриматаджи, попросите: «Шриматаджи, пожалуйста, пусть я буду вашим инструментом, помогите этому человеку». И будете делать вращательное движение. Дима, иди сюда, покажи как. Залезь наверх. Будете держать внимание на темени и делать вот так вращательное движение по часовой стрелочке. В это время старайтесь держать внимание на темени, смотреть на портрет и просить Шриматаджи: «Пусть я буду вашим инструментом, пожалуйста. Просветите его центральное сердце, помогите, пожалуйста, Сергею». Этот прием называется бандан. Сергей, теперь руки точно так же протяните на уровне груди к портрету, внимание на теме, и попросите Шриматаджи: «Покажите мне, где у меня блокировки. Как ваши мизинчики себя чувствуют?» Еще больше. Видите? Вот, то есть мы что-то делаем, какие-то вращательные движения, а у Сергея еще больше мизинчики болят. То есть не просто так, есть какая-то связь, мы одно целое. Давайте еще попробуем. Можем попробовать также мантру. Есть такая мантра. Джагадамба – это богиня Дурга. Она отвечает вот за этот аспект центрального сердца. Мы можем сейчас все вместе произносить нараспев. Джагадамба. Говорите со мной. 12 раз считать не надо, я буду сам считать, последний раз скажу. Смотрите на портрет Шриматаджи, внимание на темени. Джи Джагадамба. Джагадамба. Джагадамба, 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 Джагадамба. Достаточно. Сергей, как вы? Как ваши мизинчики? Заледенели? Он какой-то недовольный. То ему плохо, что, значит, они горячие. Теперь ему плохо, что заледенели. Значит, вот смотрите, что сейчас происходило. Значит, вот мы все являемся как бы единым целым. Мы все капельки вот этого океана мироздания, неотъемлемые. И вот происходил такой фокус. Сергей что-то чувствовал тактильно на своих мизинчиках. Мы все с вами делали какие-то там шаманские движения, обращаясь к портрету индийской женщины. И он чувствовал на своих пальчиках, вот этих мизинчиках, какие-то изменения. То есть что-то происходило. Это говорит о чем? О том, что как бы мы есть одно целое, и мы все связаны. Вот, значит, вот эта вот диагностика, она происходит, если человек практикует сахаджи-йогу, если он очищает свое тонкое тело, тут не надо каких-то финансовых вливаний больших, достаточно обычного пластикового тазика с водой и с солью, то есть там все эти пять элементов – вода, огонь, соль, она земля, воздух, эфир. Перед портретом Шриматаджи зажигаем свечку, в таз ноги на 10 минут. Есть там ряд мантр определенных, ряд утверждений, несколько приемов несложных и никаких финансовых затрат. И человек, если практикует вот этот сахаджи-йогу достаточно регулярно, у него повышается вот эта чувствительность, он очень хорошо все это чувствует, он чувствует состояние своих чакр, если он направляет внимание внутрь себя, и чувствует состояние чакр других людей, если он направляет свое внимание на других людей. Причем это внимание можно отправить в Америку. Вот есть у меня там знакомые в Америке, там Настя Ильина, я направил на нее внимание, я могу сейчас сказать, в каком состоянии ее чакры. То есть вот это внимание, оно там даже, как бы, у него скорость такая, выше скорости света. То есть вы можете его направить на Луну, на Марс, куда угодно вот сейчас. И оно уже там, да? Внимание – очень сильный инструмент. Давайте.
а вы мне поверите? Это же глупо будет. Нет, зачем мне верить? Может, я шарлатан? Только сами, только сами. Только сами. Зачем вы мне будете верить? Ну, сами, пожалуйста. Да нет, собственно, вот и все. То есть вы сейчас, если хотите практиковать сахаджи-йогу, вы можете ее уже попробовать попрактиковать. Вам для этого нужен только портрет Шриматаджи и методичка. Он у Димы там есть. И плюс сейчас он даст. Он у него там есть где-то в мешке. Если кому-то не хватит, то, значит, там на тех листовочках, которые вам сегодня раздавали, там сзади нарисован схемка нашего для новичков, значит, центра. По четвергам и субботам, пожалуйста, приходите, там занятия бесплатно. По четвергам 19 часов, по субботам 16 часов. И там, значит, занятия... Нет, не сюда. Там, это знаете где? Это гостиница «Турист». Возле Ботанического сада, возле метро, там 5 минут идти от метро. Там занятия так построены, значит, там вначале те люди, которые реализацию не получили, в самом начале они получают реализацию, потом рассказывают о какой-то чакре очередной поподробнее, потом пытаются медитировать между этими блоками, аудиолекции Шриматаджи, видеолекции, точно так же диагностика, чистка там с этими свечами, с тазами. Вот все, что я вам рассказал, вот это только чуть-чуть поподробнее. И чем это важно, значит, сахаджи-йога, она коллективное учение. И, значит, Шриматаджи просто рекомендовал хотя бы раз в неделю сахаджи-йогу вместе собираться и медитировать. Тут есть тоже логическое объяснение этому. У кого-то посильнее сердце, у кого-то посильнее ум, у кого-то там внимание, печень получше, да? И когда мы вместе собираемся, мы помогаем друг другу. То есть я помогаю коллективу своим сильным местом каким-то. И одновременно этот коллектив помогает мне. Вот и человек лучше прогрессирует. Если ему это интересно, если это его, если он этим хочет заниматься. Вот, собственно, и все. Сейчас Дима вам раздаст, там фотографии есть у него, методички, я боюсь, всем не хватит. Но кто заинтересуется, не остынет, приходите в следующий четверг в «Турист», на «Ботаничку». Хотел дополнить Сергея Александровича, сказать несколько слов, что как бы вот йога, чтобы вы правильно поняли окончательно, да, это вот не музыка, не танцы, не михенди, там, да, не красивые рисунки на спине и других частях тела. Это именно вот это состояние покоя, тишины, гармонии, которую мы имеем в себе, но ежедневно, ежесекундно, как бы, да, ежечасно мы его теряем в процессе нашей жизни. И как вот оставаться в этом состоянии, вот мы вам попробовали рассказать такие простые методы, да, как получить состояние безмыслия, как практиковать медитацию, да. И все это возможно это индивидуально, и возможно это коллективно. Поэтому вот у нас, вот кто получил такие пригласительные билеты, да, там на обратной стороне есть адрес занятий для начинающих. У кого нет таких билетов, вы можете взять, там есть схема прохода и время занятий, и телефоны контактные. Кто заинтересовался, пожалуйста. Кто хочет попрактиковать прямо сегодня дома, вот у меня есть портреты и методички. Пожалуйста, подходите ко мне. Спасибо.